Мондорф – место макового культа в Нижней Австрии. В Австрии, в отличие от стран СНГ, выращивание мака – абсолютно законное занятие. Цветение мака начинается в конце июня и продолжается до конца июля. Лучше всего поехать в начале июля. Так как у нас встреча с друзьями в этой деревне, я решила вам сделать коротенькое видео, но пока без маков. Lustiger Trick, habe ich fast zur Verzweiflung gebracht. Also dann weißt, wie es das Kochen so ist. Ein Schweinsbraten perfekt. Das schaut gut aus. Ja, nicht, gell?